Добрый день, друзья! Я продолжаю рассказ про свои путешествия из Казахстана, где живу, на свою родину Кубань, которая находится в Краснодарском крае. Проехав почти трое суток на поезде Новокузнецк-Кисловодск и преодолев более 3000 километров, я на родине! О чем Кубань удивительная, я и попытаюсь вам донести. Ну, во-первых, воздух дышится легко. На реках, водоемах много лебедей, уток разных пород. Говорят, и фазанов тут встречали. Даже в жаркий день на воде прохлада. Это река Ея. Проходит она по станице Новопокровская. Вот шелковица так на Кубани растет. А урожай здесь весь на земле. Машины по нему ездят, люди ходят. Луча висит, никому не нужно. Фруктовые деревья на Кубани растут как в садах, в огородах, так и за забором вдоль дороги. Идя по улице, можешь наесться на халяву черешни, вишни, абрикоса, тутовника, смотря в какой период лета. В советское время все держали гусей, уток. Их выпускали под эти деревья на подкормку. А приезжая сюда по осени, был свидетелем опавшего на асфальт грецкого ореха, который беспощадно давили машины. А у нас в Казахстане он стоит бешеных денег. Вот под ним что. Никто не берет, никто не ест. О, вон пока. Так вот. Вот идешь по дороге, и вот абрикос растет. Во, о, видал? Вот здесь так вот. Все в абрикосе. О, о. Это все на земле лежит. И все давят ее. О, вот абрикос растет. Присутствие кротов можно сразу определить по появляющимся каждый день таким небольшим бугоркам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Работы непочатый край! Вокруг черноземье, поэтому все поля засажены фермерами – пшеницей, подсолнухом, кукурузой, сахарной свеклой. Поля обрамлены лесопосадками. Вот как цикория растет. Вот дороги нехти какие. Местами попадаются на Кубани. Камни. Так, то в раз так. О, красота. Вот выходишь в огород. Вот абрикоса растет. Вот фрукты. А вот здесь уже валяется. Вот собираешь так. По одной собрал. О, помыл и съел. Аромат обалденный. Вот заходишь сюда. Так, и на ведро убираем.
Кран открываем и моем. Изобилие цветов, плодовых садов и полей многие разводят пчел. Вы знаете, что такое борода? Пчелиная. Чтобы был урожай, надо ухаживать, сажать, поливать. Меня удивило, что нет заборов с соседскими огородами. Это чернослив, по-моему. А это крыжовник. Ну, смородину-то я знаю. А вон там, в конце огорода, река. Чего только не растет в огороде. Тут и виноград, и хрен, и тыква с кабачками. Неокрепшие помидорные саженцы накрыты газетой, чтоб не сгорели от солнечных лучей. Тут и лук, и чеснок, и картошечка. Кукуруза. А вот помидоры, накрыты сеткой. А у нас в парке только одуванчики растут. А это не знаю, что за растение. А, наверное, камыш. То есть в паутине, правда? Медведи. Еще, в общем, солнца нету. Эх, есть время посидеть, подумать о жизни, так сказать, сеанс с природой.
Ну что, мои дорогие, до встречи. С Кубани перенесемся мы в Ялту. Пригород Ялты называется Алупка. В переводе с греческого лисица. Вот. До встречи.